Средний балл 18,2. На первом татаме закончились финальные соревнования. Категории 10 лет мальчики, 11 лет девочки. Начинаются финальные соревнования в категории 11 лет мальчики. На татаме приглашается Ворошилов Алексей, Тамбов. Готовится Строганов Данил, Кенкер Жуко. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 17,7. Внимание, оценка на первом татами. 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8. Средний балл 17,4. На первое татами вызывается Сарыкина Макарперовская область, готовится Строганин Станислав Кенкер Жуко. Внимание, оценка на первом татаме. 5-9, 5-8, 5-9, 5-8, 5-9. Средний балл 17,6. На татами приглашаются Боевов Кирилл, Чувашская республика. Готовится Хорватка Роберт, Подольский район. Внимание, оценка на первом татами. 6-0, 5-8, 6-0, 5-8, 6-0. Просьба судей на первом татами еще раз показать оценки. Общий балл 17,8. На первой татами приглашается Карватка Рубин, Подольский район. Готовится Захарин Сергей, Гусидамон.
Оценка на татами 1. 5-9. 5-7. 5-9. 5-7. 5-7. Средний балл 17,3. На первой татами приглашается Андрианова Дарья, Москва. Готовится Зеленцова Ирина, Алтайский край. Внимание, оценка на татами 1, 5-9, 5-8, 6-1, 5-9. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 5-7, 6-1, 5-9, 5-9. Средний балл 17,8. На первой татами приглашается Михаил Федор, Чувашия. Готовится возрастная категория 12-13 лет, девушки. Заяц Вероника. На первом татами готовится Арасланова Устинья, Кировская область. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 5-9.